Южноуральцам раздают бытовую технику за ответственность. Сертификаты на дорогие покупки дарят за победу в акции. Участники должны были просто платить за газ вовремя и не копить долги. Как стать участником конкурса, знает Василий Цвентух. Виктор Бельш – победитель со стажем. Уже второй год подряд он получает сертификат на покупку бытовой техники. А все благодаря своей ответственности. Мужчина каждый месяц вовремя платит за газ. Еще ни разу не позволил себе просрочки. Жена Виктора даже удивилась, что можно выиграть два раза подряд. Жена с внуком ходит в бассейн. Там была тоже такая же акция. Получили сертификат на обслуживание там, салон одноразовый. Так что это уже... тенденция, традиция. Счастливо, конечно. Тем более, первый раз подарок был, как говорится, к Новому году и к дню моему рождения. У меня день рождения 31 декабря. Так что это двойной праздник был. Компания «Новатек» награждает победителей акции «В Новый год без долгов». Претендентами на главный приз – сертификат на бытовую технику – были абоненты, не имеющие на начало года долгов за газ. Таких оказалось 661 тысяча человек. Из них отобрали 67 самых добросовестных. 49 человек получили сертификат на 1000 рублей. Это те, кто пользуется газовой плитой. А еще 18 человек получили по 4000 рублей. Они, как и Виктор Бельш, отапливают газом дома и квартиры. Победителей выбирали с помощью лотереи. Дети доставали случайные цифры из барабана и складывали выигрышные лицевые счета. Людмила Масунова победила впервые и долго не могла в это поверить. Оля, дочь моя, сказала сразу, что мам, не может быть, чтобы это была неправда. Все-таки это организация такая. Я говорю, ну, не знаю. Ну вот. А внук сразу сказал, баба, езжай. В прошлом году Виктор Бельш на выигрыш купил для жены мясорубку и электровафельницу, а сейчас пойдет в магазин за новеньким видеорегистратором для своего авто. Надеется победить и в следующем году. Акцию сейчас запустили снова. Василий Цвентух, Борис Абрамов, ОТВ.